Началось мероприятие с доклада о социально-экономическом положении города над Бугом. Представил его мэр областного центра Александр Рогачук. По словам градоначальника, минувший год для экономики Бреста, как и для страны в целом, был непростым. Финансовые сложности, которые сегодня есть у основных торговых партнеров областного центра России, Украины и Казахстана, оказали влияние на его экономическое положение. В итоге доходная часть городского бюджета недополучила несколько сотен миллиардов рублей. Мы недополучили в доходную часть бюджета порядка 270 миллиардов рублей, что не позволило нам реализовать многие задумки и планы социально-экономического развития нашего города. Где-то идти на определенные меры экономии, иногда меры и видимые, и сложные меры. Но я думаю, что вот эту точку падения с точки зрения бюджетной дисциплины мы уже прошли. Мы теперь уже знаем, где можно перегруппироваться, где можно заранее подготовиться к каким проблемам в части исполнения бюджета. И горожане, я думаю, что впредь таких вот серьезных мер, как отключение электроэнергии, которое было там несколько недель и так далее, больше такого не будет по нашему городу. Непростая ситуация заставила максимально оперативно искать пути решения поставленных ранее задач. Руководство областного центра было вынуждено применять меры экономии, однако стремилось сделать это в тех сферах, где в наименьшей степени затрагивались бы интересы граждан. Бюджет на следующий год, по словам Александра Рогачука, сохранит социальную направленность. Он был сформирован реалистичным с учетом возможностей и потенциала городских предприятий и организаций, а также нестабильности на мировых рынках. Бюджет следующего года я бы назвал бы реалистичным. В целом рост бюджета 19,5%. В целом он позволит реализовать задачи социально-экономического развития. Но я повторюсь, что без инвестиционной привлекательности города, без инвестиций извне нам будет тяжело реализовать многие крупные строительные объекты. В 2016-м приоритетными задачами для местных органов власти будет повышение инвестиционной привлекательности города над Бугом, организация рентабельной работы предприятий, а также повышение экспортного потенциала и создание новых рабочих мест. Все это позволит реализовать прогнозные показатели социально-экономического развития города в наступившем году, обеспечит строительство социальных объектов, в том числе дошкольных учреждений, реконструкцию учреждений образования и создаст необходимые условия для нормального функционирования жилищно-коммунального комплекса Бреста.